Это еще этой хуйне будешь обучать, блядь? Это Unreal попадать в эту крутилку, блядь. Все братцы села, на связи Цезарь. Братва, вот и обещанный долгожданный ролик про резкие рывки вправо и влево. Вы очень быстро набрали 500 лайков, поэтому следующий ролик также выйдет на 500 лайков. В нем будет много турева, судная ночь и конфликт. Все как вы любите. Также не забываем про конкурс на 100 тысяч баксов на Grand Tour по второму. Прошлый победитель у вас на экране. Для участия нужно поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Играем на серии Grand Tour по второму. Залетайте, играйте с нами, набираем братву в семью. Ссылка как вступить к нам и начать играть со мной будет в описании. Всем приятного просмотра. На экране специально вывел свою клавиатуру и мышку, чтобы вы понимали, что я нажимаю. Для начала объясню, что эти мувы нужно уметь пристроить к своим стандартным движениям, так как крутиться в зажатых пространствах, кишке и так далее. Но это бесполезно, должны сами понимать. Теперь перейдем к самому муву. Изначально вы делаете круг против часовой, после чего на конце круга вы нажимаете два раза по КМ. В итоге, если вы ловите правильный тайминг, у вас все получается. Можно разнообразить, делать медленно, там просто развороты, либо быстро, чтобы трястись у противника. Данный мув вас может засейвить на перезарядке, либо при ситуации 1-2, 1-1 и так далее, потому что из-за него есть шанс, что по-моему просто не зарегает, либо на реге 2 из 2 вы останетесь на третью жизнь, так как при попадании в руку у вас может блокнуться третья жизнь. Ну и само собой, противникам было сложнее попасть, сконцентрироваться и так далее. Понятно, что вы не бессмертны, и в итоге вас могут все равно убить. Но просто когда вы при файте 1-1 начнете трястись, у противника может начаться паника, и у вас больше шансов увести файт. В принципе, я вам показал, как это работает. Сейчас я съезжу с Мигу на ТК и покажу вам, как это работает в файте. Это еще этой хуйне будешь обучать, блядь? Это Unreal попадать в эту крутилку, блядь. Ты как бы попадаешь, но в эту анимку не регает. На этом, братва, все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем накидывать свои царские лайки, подписываться на канал. Adios amigos.